Традиционно в 8-й международной православной выставке-ярмарке «Добрый свет Рождества» примут участие более 150 экспонентов, среди которых крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Палестины, Греции, Белоруссии и Черногории. Главной особенностью в этом году станет принесение в курган главной святыни Зауралья, чудотворной казанской Чемеевской иконы Божией Матери. Икона находится в довольно сложном состоянии, и ее трудно транспортировать, поэтому было принято когда-то решение, что икона больше не будет путешествовать. Но 10 лет чудотворный образ уже не посещал столицу Зауралья. Наверное, должны быть какие-то исключения, когда верующий народ, который, ну, не каждый по своим обстоятельствам может поехать в Чемеево, хотя бы вот изредка будет иметь возможность поклониться чудотворному образу. Журналистам подробно рассказали об уникальной в своем роде выставке «Узории старого платка». Она впервые пройдет в рамках проекта «Добрый свет Рождества». Экспозицию составят платки 19-го начала 20 века, изготовленные в России и Германии, а также редкие экспонаты, выпущенные к значимым юбилейным датам. Экскурсии по выставке платков будут проходить ежедневно и, конечно, бесплатно. Выставка будет очень интересна и очень познавательна. И в составе этой выставки тоже будет присутствовать уникальная святыня – ковчег с частью мощей святого праведного Василия Павлова Посадского. Конечно же, на ярмарке будут представлены разнообразные товары – иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, духовная литература, продукты и товары для здоровья, деликатесы и кондитерские изделия, натуральные масла, камчатская рыба и многое другое. Традиционно каждый посетитель выставки сможет поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам, посмотреть православные фильмы, побеседовать со священником. Кроме просветительской работы, конечно, это и помощь монастырям и храмам. У нас, понимаете, как бы обмен идет. Монастыри, храмы изготовляют что-то, привозят, приходят посетители и товары этот покупают, и в то же время монастырь молится, а мы как бы жертвуем. Понимаете, это связь получается между монастырем и тем человеком, который пришел на эту выставку. Православные выставки и ярмарки отличаются тем, что это не только купля-продажа. Это культурное мероприятие, которое имеет еще и важнейшую духовную цель. 8-я международная православная выставка-ярмарка будет проходить в спорткомплексе имени Горбенко в городе Кургане с 22 по 27 января. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской митрополии для информационного агентства «Курган.ру».